А, привет, Арслан. Поедем сейчас в мартышек. Побежим. Я научился в них играть. Только поиграть нормально не было времени. Так, блин. Какой род-то я забыл? Вот этот, по-моему. Последний-то, который я начинал. А чё она постоянно так долго загружается? Так, на чем я остановился? Насколько я помню, хотел сразу сейчас поколение сменить. То есть 4 фиксации. Так. Двигательный навык. На острый стресс теперь вы быстрее реагируете. Так, тахикапсию точно? А не два тогда фиксируются. Это нельзя. Вот это зафиксируем. Во, и моторику. И все, сменяем поколение. Первое мое поколение. Ну да, я же тебе говорил, что это... Та обезьяна багованная какая-то, она попалась. И с ней ничего нельзя сделать. Она стоит рядом с деревом и ничего не принимает, и ее это...
Баг, короче, какой-то. Сейчас попробую. Она, то есть, на месте останется, да? Сейчас попробуем. Тогда сходить к ней. Так. О, этот постарел. Член стаи мертв. А где кости остаются? Так. Это все получается. А то есть навыки по предметам не теряют. А вот и косточки. Так, у меня, по-моему, было. А то есть те предметы, которые я раньше уже открыл, их не надо заново открывать, да? Сейчас открою, посмотрю. Мертвый гоминид. Прошло после смерти 15 лет. А как их изучить? А, да? Так, дети, дети, вы где? А детей-то нет, получается. Так, сейчас надо тогда понаделать детей. Так. Это у нас самец. А, одиночка. Вроде с ней можно. Тут ты, я уже забыл, как надо делать. Сейчас еще надо детей сделать для начала. Пара образована. А ну сюда иди, быстрей, будем делать. А, подожди, у нее... Мать, отец, Цуш и Ваг. А у нее? Что-то я не посмотрел. Нет. Ух, его. Ут его. А чё у нее ничего не получилось? Что-то я не понял. Почему? Самка. Сушивак. Сушивак. У
Вот это член семьи, с ним нельзя. А почему с той не получилось маленьких обезьянок сделать? Не понял. То есть получается две старых осталось, две, три молодых. Или четыре. Четыре же должно быть, почему я их не всех вижу? Ну давай быстрей. Спаривание. Нифига не понял. Это Вак, член семьи. Этого самец. Давай за него попробуем. Кровь сейчас намешаем тут. Ухаживать. Самец. А чё нету это? Ой. С детьми нельзя. Занятие это какое дурацкое. Детей еще наделать, они не делаются. Так. Утво. Сужвак. Вот с ней стопудово получится. Просто это его дочь. Или сын. Короче, это. Ребенок вон. А почему у первой не получилось, я не знаю. Они вроде не члены семьи. У них даже родители разные. А, блин. Пара образована. Бежим. Кто его знает? Блин, так. Ой, ты уже тут? Вот, тут можно дать. Так, сейчас две обезьяны появятся, изучим трупы. Палок надо наделать, и надо переселяться отсюда, куда-нибудь туда, поближе к болоту. Ладно, эту анимацию 100 раз видел. И еще одного.
А вдруг бы получилось? Вдруг бы у них получилось что-нибудь. Так. Ладно, вторая есть. А тут где-нибудь можно посмотреть всю стаю? Кто... В менюшке нет такой функции нигде? Так, ты тоже иди. Пойдем посмотрим. На бабулек с дедульками. Да ты не то хватаешь. И чё, вот я взял детей... Как мне их изучить? Ничего мне это не дало даже. Короче, фиг его знает. 17 лет уже прошло. Так, я думаю, взять еще одну обезьяну и пойти вместе. Так. За мной пошли. По пути надо... Втроем же можем идти? Ты тоже пойдем. Так. Это сделали. Мед. Пойду медку хлебну. Так, и где-то тут валялся мой базальтовый нож. В смысле всех изучить? Оба трупа я на обоих посмотрел. Ничего не произошло. Так, мед по от укусов змеи помогает. Я что-то все это не мог запомнить. Теперь будем знать. Да доедай ты уже. Вот. И теперь... Ну-ка, это кто? А, это самка. На тебе мед. Я пошел. Так, это гранит. Вот, резак нашел. Пойдем палки доделать. Что вы расселись, идем дальше.
Так, насколько я помню, та обезьяна, которая багованная, была где-то недалеко отсюда, по вот этой стороне. В смысле? Кто те? А, блин. Так, 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 слух. Смея, что ли, тебя у... Ага, вон оно. Так, давай сначала... Палка есть? Так. На палку. А, ну это я, в принципе, знаю. Так. Возьми палку, мне еще две надо. Ты без палки же, да? На тебе палку. Не, отдай. Ой, его змея покусала. Ай, я не успел сообразить. Так, я сейчас убью обезьяну. Где она? Тьфу ты, не успел, или нет, не убил, и палку потерял. Я же нажал нормально. Дай мне только палку, где она? Так. Палка вот тут была. Вот она. Да, я научился. Только чуть-чуть. Сейчас должен ее, по идее, убить. Сюда иди. Да как так-то? Нормально же было.
Нифига я, по-моему, не научился. Или палка не в той руке была. Она же в правой должна быть. Чтобы атаку проводить. Блин, где я ее бросил? Так, это еда. Во, порыбачить же можно. Я еще рыбу не ел. Найдена новая еда. Речной рак? Я ж хотел рыбу словить. Так. Теперь сменяем руку. А куда он делся? Ой, блин. Ты чё там ешь? Ой. А рачки чё, это отравление вызывают? Пищевое. Ну, пей давай. Чё ему так плохо стало? А, я же его еще не изучил. Рачка поймал, но не изучил. Ладно, давай еще. Дубль 2. А я не понял, а что, я здесь больше не могу рыбачить? Место для рыбалки. А почему ткнуть нельзя? Или палка сломалась каким-то образом? Тьфу ты! Я просохатил палку. Странно, ну ладно. Еще бы резак это забрать бы. Блин, резак просохатил.
Давай вон туда сбегаем. А кого это я пугаю? Что-то там новое. Пойдем. Вот сейчас надо точно завалить мамбу. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. А чё ты на них-то, на меня давай? У меня даже щелчка не было, если честно. Ладно, атаковать группой глупое решение. Они просто мешаются мне. Ой, кокос нашел. Так. Кабана слышу. Сейчас отплоемся. Палку просохатил кабана. Где-то тут кабан бегает. Эти дебилы тоже отравленные, наверное. Команда мечты. Ладно, хоть не умер еще. Ну да. Да не, надо их вернуть обратно на базу, одному проще. Блин, а чё у него низкий уровень дофамина? Он боится тут находиться? Да, блин. А их можно просто отправить? Нет, лучше на базу вернуть их. Да, два много. Пейте, пока можете. Куда вы пошли?
Блин, дожди начались, холодно стало. Теперь мерзнет. Нужно ката найти. И еще место для переселения, куда переселяться буду, тоже найти. Где-нибудь вот поближе к арке. Хотя бы. Так, это у нас базальт. Гранит. А ну это все гранит. Что поймал? Опять рака поймал. Так. А со второго раза тоже будет отравление какое-нибудь? Опять. А если их постоянно есть, то рано или поздно они привыкнут к нему. Улитка? А что с ней делать? Найдена новая еда, гигантская охотина. А что будет? Вы усвоили питательные вещества из моллюсков. Ага. Ну вот, осталось потом еще мясо поесть. Тут мясо можно есть? Будет почти человек. Так, база у нас... Это кокос. Давай гранит возьмем один отсюда. И разобьем кокос, опыта дадут. Вот он кат. Блин. Чтоб тепло было. Да вы все-то не обдираете, мне он еще понадобится тут. Блин, камень тут где-то был. Это место для рыбалки. Я же положил камень, и он куда-то пропал. Почему в этом месте еще раз нельзя порыбачить? Вот, нашел гранит. Ну да, когда кого-нибудь убью, обязательно разделаю. Ладно, два, три даже упало. Палку вон. Это у нас что там? Место для рыбалки. Гранит.
А, то есть, если и нюхом исследовать, и всеми способами, все равно опыт капает. И с того получается. Что это вы там делаете? Так, мамбу я нашел. Жди здесь. Дайте мне кокос один. И ты тоже жди здесь. Сейчас приду. Наверное. Камень тоже тут брошу. Может, надо сходить еще перки качнуть? На убийство не... Во, наконец-то. Когда никто не мешает, сразу нормально играет. А то... Это змея то на того напала, в итоге... Не смог ничего сделать. Блин, что ты делаешь? А палка пропадает, да? Так, надо разделать труп. Трезак надо. Я их потерял. А резака-то у меня и нет. Мне надо базальт найти. Где я его тут найду, я не помню. Опять гранит. Фига, весь кат сожрали тут. Так, пошли со мной. И ты пошли со мной. Ой, так, перекладываем в руку, пьем. Да я ж пробовал трясти, я же перетряс-тряс, и походу два упало куда-то в воду, и одно только нашел. Или лучше сначала найти место под переселение сейчас? Где-нибудь вот тут недалеко. Основать базу. Вот тут вроде ровненько. А вот и базальт. Да, вот здесь надо сделать.
Не, на голову кокос мне еще ни разу не падал. Так. Началось. Блин. О, резак есть. Так, главное правильно выбросить. Не то. Резак нашли. Палку берем. Заточим одну палку. Так. Я так понимаю, он спать хочет, да? Не, резак лучше не бросать, его потом фиг найдешь. Палку бросим. А, и резак тоже надо. Спальник у нас будет вот тут. Раз. Вроде бы три нужно вот эти стангерии для лежаночки. И вот я, получается, сейчас кровать сделаю, это все, считай, новая база будет. И останется просто переселиться сюда. Нет, еще что ли надо? А сколько их таскать надо, чтобы кровать-то сделать? Так, палка. Я еще камни ни разу не переворачивал. Походу не той палкой надо. Гранит. Я вроде 4 уже натаскал, но у меня не было функции построить. Может, там рельеф не подходит? Потому что они как-то странно там падают, их не видно даже. Где-нибудь вот, давай вот сюда. Это одна. Вторая. Я вот вообще не слышал. Так я в кучу и складываю. Вот это третья. Во. Вы использовали стангерию как минимум 2 раза. То есть вот я сейчас обосновываюсь, и это... С
сюда и основала поселение. На 2-3 жителей. А тех, кто на той базе остался, их же за ними нужно идти, да? Так, ладно, давай поспим. Там потому что у меня 2 же обезьяны осталось, да? 2 молодых самки. Не подохли бы хоть. А. Так. Генетическая мутация. О, это все заново открывать надо. Такой себе навык. Контроль схватки. Вот это хорошо. Это что такое? Не помню, что это за навык. Ага, вот это хорошо. Что-то открылось новое, что надо будет делать, фиг его знает. Ну пока энергии есть, надо по максимуму заново открыть старые навыки. Дальность обнаружения источника звука увеличена. Пойдет. Это тоже что-то на звук. Должно быть. Детеныш Ак. Метаболизм, ладно. Не хватит по-любому. Или хватит. Теперь вы можете с расстояния просить некоторых членов стаи подойти и сопровождать вас. Хорошо. Во, вот это надо попробовать. Потому что у меня этого навыка не было, когда я пугал змею. Я пугал ее один. Так, эти... Стоять здесь. Куда ты пошел? А куда он пошел? Там кабана слышу. По идее, надо поесть и попить.
Ты так все плоды сожрешь. Походу, он куда-то обиделся и убежал. Во, точно, тут какой-то другой звук, правда. Поднятие тяжести. Теперь пропустил. Грибы? Найдена новая еда. Африканский пластинчатый гриб. Ой. По-моему, ему плохо. Я все. Стой, это болото? Нет, это. Или это болото? Пойдем вторую кровать сделаем. Это первое. А. Две. Еще две надо принести. А вот этот кружок в виде на щите, что это значит? Раз и два. По идее, можно строить. Так я все и ем. Фу ты, а где я палку оставил? Рядом с грибами же было. Место для сна. А это тоже. А, вон там. Я должен, по идее, был оставить его. Да. А куда? Как мне определить, насколько теперь мое это новое жилище? Или еще надо кровати делать? И что вот он там делает? Thank you.
Что там? Ладно, иди за мной. Только что-то у него сил мало. Ой, бля. Вот. Повезло. Я даже не слышал его. Ты что, тут кабана стерег, что ли? Огромный кабан. Вы напугали огромного кабана. Так. Двоих мне не нужно. Надо их отвезти на базу. И какого хера вы вообще ко мне подошли? Так, все, они, получается, здесь обосновались. Надо еще одну кровать сделать и вернуть тех двоих обезьян, которые остались на прошлой базе. Я же их не забирал еще. Так, от травм... Кат, по-моему, помогает или не кат? Так, кабана вижу. Это гранит. Я забыл, где моя прошлая база. Блин, не хочу ломать, если не получится, сломается нога. Нейрон общения. Я вообще ничего не говорил. Есть. Палку отдай. Надо его добивать. И где я теперь найду этого кабана? Набежал. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Thank you.
Гранит. Папоротник. А, нет, это хвощ. Ну он же тут где-то стопудово. Пока я его не вижу, так что пойдем семью переселим. А ты не помнишь, Варла, сколько нужно этих воткнуть палок? Гранит. Может, с гранита эту терку сделать? Или что там она делается? Я забыл уже. Качаем, зато навыка чуть-чуть еще. А это терка. Ну, так может пойти орла завалить? Он у меня живой еще. Я в прошлом поколении его не гасил. Главное не умереть случайно от него. Так, это мертвый гоминид. Допрыгну до куда-нибудь в ту сторону или нет? Ой-ой-ой-ой-ой! Нормально. Главное, чтоб не убили меня с одного удара. А где гнездо-то? Так, это не то. Это труп. Я... А, где он? Не надо! Это нечестно! Господи, его убили. Он умер.
Я даже не видел птицу. Чтобы выставиться правильно и атаковать ее. Просто так обезьяну потерял, причем молодую. Битку поедим. На тебе палку. И неси меня. Такое себе, конечно, просто так обезьяну просохатил. Так, надо подкачать перки, которые открылись. Что-то новенькое тут есть. Ловкость рук. Это хорошо. Вот это у нас что такое? Активируйте нейрон. Ау. Рабочий. Работает. В смысле? Не пробил. У меня началась эта атака, а и не показывал, откуда она летит. Я и не знал, куда развернуться правильно. А камера не поворачивалась. Так, это хороший перк. Я пытался. Так, на это хватит, нет? А где мне еще обезьяны найти, чтобы в племя добавить? Где-то туда дальше, за болото надо идти. Бля, чуть-чуть не хватило. Удаление лишнего. На самом деле такой себе перк. Я и так это нормально делаю.
Ай, блин, чуть-чуть. Сейчас я пойду еще на охоту за птичкой. Так, эти стойте здесь. А что с обезьяной? Что делаешь? А, я думал, забаговала. А, блин, это не палка. Палка же еще была. Малой же палку нес. А как его на эту взять, на спину? Нельзя, что ли? Так, это самка. А ты у нас кто? Тоже самка. Это самец должен быть, нет? Самка. Самец — это член семьи. А чё я его не могу это поднять? Чё за нафиг? Так, вак, это самец, парит суш, ак и век, у него дети, да? Может, вот так? Что-то так не работает. А я уже ходил по воде. Мне ничего это не давали. Так. Ты куда бросил камень? Гаси. Или сколько надо по воде ходить? Может, я долго мало ходил просто? По-моему, у меня этот нейрон недавно оформлялся уже.
Как же долго не резаком-то палку делать? А как плавать? Ладно, сейчас. Я просто вроде ходил по воде, причем много уже, но не плавал. Там плавать можно? Так, ну тут можно, в принципе, поесть этот весь хвощ. Я все равно сейчас отсюда уходить уже планирую. А, все, напился уже. Идем на охотиться на птичек. Сейчас все должно получиться. Я надеюсь. Уже два трупа в одном гнезде. А как? У меня нет такой функции, чтобы он плавал. Я причем долго уже по воде ходил, я же много пью. Ай-яй-яй. Так, палка наготове. Допрыгнет, я надеюсь. А! Тьфу ты, почти залез. Да уж. Кокосы поизучать может, да? Со всего главный опыт капает. Оформившийся нейрон. Это ягоды. Ой, блин, он то ли есть хочет, то ли устал просто висеть.
Так, ну, чуть-чуть энергии восстановили. Чего он так долго ест его? От перелома? Нет, он ничего не бафает. Жалко. Так. Палку в руку. Гнездо где? Гнездо вон там. Спустимся пониже. Да не на то ниже, вот сюда надо. Бля, он спать хочет уже. Она может прилететь, если я в гнездо не прыгну? Я развернуться не успел. Зато яйцо возьму. Блин, ну не, опасно идти туда. Палку надо. Так, резачок забрал хотя бы. А, палка, палку можно на базе вроде сделать. Заодно и поспать тогда. Это кто? Это мышь какая-то. Крокодил. Крокодила я видел. Это рыбалка. А вот эту вот крысу не видел ни разу еще. Вроде выспался. Палку мне дайте. Готово. Так, пофиг, резак оставлю здесь. А что, нельзя прилечь? А, эволюция. Так, на атаку вроде все открыто.
Не, да не хватит опять. Понятно. А вот это у нас что? Тоже не хватает. Теперь вы можете автоматически опознавать безопасные запахи. Ага, вот тут хорошо, это полезно. Быстрее опыт будет капать. Так, а у меня палка в нужной руке? Или там без разницы? Я вот не помню. Ты где? Наконец-то всадил. Одно. Ну, одно всадил, яйцо заработал. А то и два. Так. А в какой надо? По идее, в правой, да, я так понял? При атаке. Так, как бы туда быстро допрыгнуть? Вот с этой ветки, потом вон туда. Ну, сейчас я вроде палку воткнул, она была в правой руке. Так. Где? Я же бросил резак, вот он. А когда он уже всеядным станет? Я что-то ем, ем, и постоянно с желудком проблемы. Нифига, уже за 5 этих или за 6 даже копье сделалось. Так, сюда вроде бы. Блин, надо было резак, по идее, взять же. Ладно, потом возьму. Вдруг я его не убью сейчас. Блин, опять холодно, дожди начались. Что-то дожди часто идти стали. Ладно, хоть снега тут нет. А где оно?
Я же вроде это все открывал. Причем вот, когда лазил последний раз. Или предпоследний. Вот недавно было. Зато нейрон оформился на интеллект. Чего? Это что у нас такое? Сюда иди. По-любому отсюда полетит же. Вы убили орла скомороха. Труп-то куда упал? Конец-то. Только стоило мне это одной обезьяны из-за херни какой-то. Я наконец-то убил хоть кого-нибудь серьезного. Так. По идее, мне нужно прыгнуть вон туда. Сожрать вот это можно по пути. И, наверное, собирать весь отряд и все, и перемещаться на ту базу. Да, уже не надо. Так, резак. Резак это нет, это не он. Вот этот вроде. Раз. За 7 ударов я сделаю себе палку. Так. А, кстати, вот, да. Я вот иду по воде, и мне опыт капает. Я птицу убил. Можешь пересмотреть. Так, может туда-обратно ходить и опыт фармить. Вот это же значит, когда там что-то двигается в генах, то что опыт капает. А как долго ходить надо? Бабочка. Так, друзья, ладно, идем за мной. Так, раз. Да. Кое-как. Так, ты тоже пошли. Чё ты там сидишь? Пойдем переселяться. Да, сейчас пойду орла это разберу. Он где-то там на земле упал.
Так, что у нас 15:30? Здесь можно поесть. А, тут же камни еще есть, которые можно поднять. Это у нас. Вы смастерили базальтовый рюкзак минимум 5 раз. Чё это ты на мне тут эксперименты собрался ставить? Я, по-моему, подожди. По-моему, он умирает. Или нет? Или он от отравления? У меня как-то, короче, так умер. То ли от отравления, то ли от кровотечения. То есть он еще это... Было красное, но он умер почему-то на дереве, причем. То есть не полностью он сдох. Ну, это вот эта шкала иссякла. В прошлом, что ли, когда я первый раз играл. Я тогда повстречался со змеей, потом прибежал тигр, укусил меня, и я кое-как на дерево залез и там умер. Сразу резаков на год вперед надел. Пускай тут лежат, если что, вернусь. Грибочки. Так, оттерка делается из гранита. А если грибы гранитом потереть? Это гранит? Нет, это базальт. В смысле, тут прям в чистом поле можно лечь спать? Ночью я переселяться не буду. Надо утра дождаться. Оп. Так. Берем резак. Где палка? Кушайте, сейчас дальше пойдем. Да блин. Ты наелся или нет еще? Ката можно похлебать еще. Там что-то, по-моему, оформилось или нет? Нет, ничего еще. Ладно, тут мы уже все съели.
бега просто все деревья обглодали. Не надо катви. Охренеть, они все сожрали. Мне надо еще внизу орла найти. Ай! Спасибо, что хоть не сломал ничего. Это, наверное, труп вон. Ага. Или нет? Да, он. Найдено новое место сбора. Туша орла скомороха. Это что? Яйца или что это такое? Блин. Хватит его есть. Не все сразу. Мяско поели. Просто распотр... А вот ты где кость взял? А, обменять. На тебе мясо. А что с костью можно делать? Найди новый инструмент, твердая кость. Ладно, на базу ее отнесем. Пойдем за мной. Так. Это мы оттуда пришли, нам вон туда. Что-то у них у всех отравление. Вернее, не отравление, а с желудком плохо. Гуляем по воде. Вроде за это опыт дают, я смотрю.
какую-нибудь способность дадут. А чё это так, это, хпшки падают, когда по воде идешь? Ой, нифига, он быстрее начал идти, или мне кажется. Так, место для рыбалки. Так, кость я не потерял, я не забуду. Что, нельзя тут поймать ничего? Так, дом в той стороне наш новый. Идем дальше. Ой, по идее надо бы попить. Так. Вон там место... А, это для питья. Это кокос. А вон там гранит есть. Попьем. Хлебай. Так, с этим все. Это место для рыбалки. Где? Где моя палка? Я не понял, где кость? А, вот она. Вот тут место для рыбалки. Нет, нельзя ничего. Я почти переселился. Тут где-то должен бегать кабан, в которого я уже одно копье садил. Это у нас... Вот он, дом получается, да? Здорово! Я остальных привел нам.
так, это вот сюда. И мне нужен старенький кто-нибудь, вот этот. Он же вроде меньше боится. Возьмем вот этого малого. Блин. Так, здесь кости будем бросать. Нет, не то. Сборище костей будет вот тут. Что-то понаоткрывалось тут. Это у нас контратака, ну-ка. И готово. Скорость подготовки к контратаке на хищника возросла. Хорошо. На вот это хватит. Нет, по-моему, этот энергии не хватит открыть. Жаль. Контроль силы. Тут-то не хватает тоже. Чувствительность хеморецепторов. А вот это хорошо, хороший навык. Так, все вроде здесь. Остальное пока не хватает. Вставай. Так, это же базальт. Так, берем палку и идем кабана искать. Он где-то ходит тут. Да блин, ты устал или ты? Лежим. Это что-то как-то он такси. Четыре, пять, шесть, семь. Нормально. Палку-то возьми. Что-то он устал. Где вода? Вода вон там. До воды не близко.
Еще ешь. Сейчас еще пойдем попьем. Чтобы фуловенькими стать. Не, я что-то далековато базу основал от воды. Надо было поближе. Ну, пей, что ты так долго пьешь-то? А может базу обнести забором из веток, чтобы никто не нападал? Так. Это мамба. Вы чё сюда пришли? Фига, они стоят. Они уж стоять научились. Всё, назад идем. А где дом-то? Вот здесь вроде бы был. Бежим, бежим, бежим. Побыстрей. Ну-ка, все встали. Так, камни узнаю. Вылазка завершена. Я палку взять не могу. Вот взял. И резак давай. Где-то там ты пришел, нет? Ладно, пофиг, надо найти кабана, в котором уже есть одно копье. Нюхаем. Найти кабана, завалить его и на сегодня закончить. Нейрон оформился, органы чувств. Так, а это болото уже. Мамба. Аллигатор. На аллигатора я что-то не хочу. Мамбу я... Ты со мной будешь ходить? Ладно, давай. Пойдем.
Только тебе палку надо. Давай я тебе палку сейчас найду. Можешь идти со мной. Их два там. А в каком из них уже есть копье? Во, кабана убил. Нормально. Нифига он его расхерачил. Так, там второй еще рядом. Какая бурная реакция. Я в каком-то неудачном месте его убил, что я ничего не могу с ним сделать. Или могу? Я хочу кабаня... Улитка. Там еще один кабан. Иероглифовый питон. Не хочу я что-то на него. А! Не-не-не-не-не! Котик, не надо! Я больше не буду. А! Да блин, он сейчас сожрет его. Так, нам быстро нужно найти от кровотечения что-то. Беги быстрей. Это кат, он бесполезен. Хлопок нужен. Успеем до хлопка?
Нейронная сеть активна. Кокос. И что это? Да нафиг он мне нужен, дайте хлопок. Я сейчас отъеду. Еще и ногу сломал. Гениально. Ой, блин. Не успею. Или успею. Так. Применить. На тебе тоже. А, дать. Ну, вот я ж переключиться хочу на тебя. Ну, кое-как выжили. Наверное. Вниз пойдешь со мной, или ты будешь тут на дереве? Что-то непонятно. Почему она встала там? А!
Ой, я сейчас умру. Как же повезло. Аккуратненько. Это опять заново открывать, что ли, надо? Или просто чтобы... Ну, опыт дают, пофиг. Что-то она это зависла. Она не хочет ко мне идти. Где? Вот она. Оформившиеся нейрон, органы чувств. Ой. Ну неужели это баг какой-то? Я, то есть, потерял обезьяну с двумя детьми, что ли? Член стаи мертв. Ну охренеть. Ладно, на сегодня все. Что-то как-то концовочка вообще не получилась. Ну, хотя бы поубивал. На котика нарвался. Который чуть меня двух обезьян не грохнул. Ладно, спасибо всем, кто смотрел. В принципе, хорошо покатал. Походил.